Снежные скульпторы продолжают свою работу. Мы прямо тут на глазах у кота или кошки появились лапки. Я тут прошел курс анатомии. Оказывается, у них 4 пальца или когтя. Пойдем посмотрим, что тут со свинкой. Свинка тоже в каком-то зипуне. Пуховиц много сверху донизу. Пятачок такой выразительный. Не знаю. Скульптор уже весь замерз, но все равно не сдается. Говорят, совершенство — это не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего отнять. Отнимать мы умеем. Так, приглашаю всех выйти погулять на площадь. Отличная погода. Не знаю, что там градусник у нас. -1 всего. Достаточно тепло. Ну что у вас, прямая трансляция? Прямая, да. Вставайте с дивана, выключайте телевизор, идите на улицу. Завтра будет уже гораздо холоднее.